СССР. Секретная государственная программа номер 7. Проект «Гелий». Задачи масштабные. Использовать разрушительную мощь атома в интересах народного хозяйства. Для увеличения нефтедобычи на секретном объекте «Гелий» в Пермской области проводится 5 таких взрывов с 1981 по 1987 год. Заряды закладывались на глубину свыше 2000 метров. Нефтяники получают на вооружение новую технологию, которая окажется настоящим эликсиром молодости для старых, но еще богатых топливом месторождений с истощенной пластовой энергией. Применить данную технологию добычи черного золота планировалось с использованием закачки природного газа в взрывные полости. Но дальнейшие исследования выявили риски выноса на поверхность продуктов ядерного взрыва, период полураспада которых составляет до 24 тысяч лет. Из-за потенциальной возможности миграции радиоактивных веществ в водоносные горизонты, добыча нефти на данных скважинах так и не началась. Года шли, строились новые поселки и города, открывались новые месторождения. Но скважины так и стояли замороженными. Вопрос их дальнейшей эксплуатации и обеспечением радиационной безопасности не был решен. 2017 год объявлен годом экологии в России. Принимается стратегическое решение ликвидировать потенциальные источники излучения. Поскольку ликвидационные работы были сопряжены с радиационными рисками, то для выполнения работ было выбрано специализированное предприятие, входящее в госкорпорацию «Росатом», имеющее более чем полувековой опыт безопасного обращения с радиоактивными отходами, федеральное государственное унитарное предприятие «Росрао». С октября 2018 на объекте «Гелий» в полевых условиях был возведен жилой городок, доставлена необходимая спецтехника и оборудование. Лучшие специалисты приехали из Челябинска и Екатеринбурга для изучения состояния возможного уровня радиации в скважинах на глубине 2000 метров. Все работы на Гешском месторождении велись в круглосуточном режиме. Для этого одна бригада сменяла другую каждые 14 суток. Для обеспечения радиационной безопасности и недопущения распространения загрязнения за пределы объекта на каждой скважине была организована зона контролируемого доступа, включающая мобильный санпропускник. Использование передвижной лаборатории радиационного контроля позволило в онлайн-режиме вести мониторинг состояния радиационной обстановки. Для контроля внешнего облучения работников каждый получал индивидуальный дозиметр, а для защиты от радиоактивного загрязнения – одноразовый комбинезон, который менялся ежедневно. На данном месторождении мы работали на 7 скважинах, выполняли работы по их ликвидации. Скважины ликвидировали путем отсечки продуктивных пластов цементными мостами. Каждая скважина вскрывалась. После проводилось ее глушение с применением буровых растворов, после чего производилось извлечение всех установленных внутри скважин труб. По завершении извлечения для герметизации скважины устанавливалось несколько цементных мостов, включая мосты в местах негерметичности эксплуатационной колонны для укрепления ствола скважины. Работы производились как зимой, так и весной. При различных температурных режимах температуры доходили до минус 40 градусов. С поставленными задачами перед нами справились на отлично. Высокое давление попутного газа в скважинах, парафиновые пробки в насосно-компрессорных трубах, наличие трития в выходящем на поверхность газе осложняли ликвидацию. Нельзя было допустить распространения загрязнения за пределы зоны проведения работ. Специалисты Росрао тщательно контролировали выходящий из скважин природный газ, нефть. Даже насосно-компрессорные трубы, буровые растворы все подвергались лабораторному контролю. Транспорт, выходящий с объекта, тщательно дезактивировался. На сооруженную площадку временного хранения доставили и разместили контейнеры для твердых и жидких радиоактивных отходов. Транспортировка РАО осуществлялась спецавтотранспортом. Все скважины ликвидированы в кратчайшие сроки с применением современных технологий и соблюдением стандартов безопасности. Радиационный фон в норме. За 8 месяцев непрерывной работы совместными усилиями специалистов в ГУП «Росрао» в кратчайшие сроки без вреда для экологии и населения Пермского края был успешно ликвидирован потенциально опасный источник радиоактивного загрязнения, появившийся в результате проведенных в 80-е годы мирных ядерных взрывов.